первыми избирком посетили ученики 11 классов 24-й школы. Ребята познакомились с деятельностью избирательной комиссии, встретились с организаторами выборов, узнали подробнее об избирательном процессе. Познакомили школьников и с историей выборов со времен Советского Союза и рассказали о возможностях, которыми может воспользоваться избиратель на голосовании. Четырем старшеклассникам вручили паспорта молодых избирателей. Никакой юридической силы они не имеют и служат только как памятка. Однако сотрудники избиркома надеются, что этот паспорт поможет привлечь молодых граждан города к голосованию. Дело в том, что результаты выборов показывают, что 18% всего молодых избирателей принимают участие в выборах. И получается так, что более старшее поколение, 50 и более лет, они более активно принимают участие в выборах. И как бы выбор, да, и политику определяет именно старшее поколение. Наша же задача добиться того, чтобы выбор делали молодые. Я считаю, что выборы – это очень важное мероприятие, и его должен посетить каждый уважающий себя гражданин, так как мы должны заботиться о нашем будущем, должны выбирать людей, которые будут окружать нас своей заботой и которые будут представлять наши интересы в масштабах государства или города, или же края. День молодого избирателя будет проходить до конца месяца. В избирком в рамках этой акции смогут прийти все желающие. В основном это будут ученики школ и студенты. Также для них запланировано множество конкурсов, викторин и тематических встреч в каждом районе города.